Всем привет! Меня зовут Людмила. Это канал «Сама себе хозяйка». Хочу завести тесто на беляши. Тесто буду делать дрожжевое. Рецепт нашла на просторах интернета. Это не моя выдумка. Я им уже пользовалась. Рецепт хороший. У вас, если есть желание, пожалуйста, посмотрите. Для начала я сделаю опару. Вот здесь 250 миллилитров молока, вот здесь 250 миллилитров воды. Так, сюда я сейчас добавлю сахара, чайную ложку. Водичка теплая, молочко теплое. Сюда дрожжи. У меня сырые. Ну, грамм 25. Сюда 3 ложки муки. Что комочками, это ничего страшного. Дрожжи начнут расходиться, и все эти комочки разойдут. Опара подошла, шапка взялась, все тут комочки все растворились. Делай, так, вот здесь вот 900 грамм муки я просеяла в чашку. Углубление делаем. Выливаем сюда опару. Сюда же эту воду тепленькую я полосну. Вот так. Вот так вот сахара, столовая ложка. У меня небольшие ложки. 2 чайные ложки соли сюда. Два желтка. Белок не надо. Я их взбила тоже сюда. Пятьдесят грамм сливочного масла растопленного тоже сюда. И 40 где-то миллиграмм подсолнечного масла без запаха, рафинированного. Тоже сюда. Все вот это перемешиваем. Вообще на этот рецепт нужно килограмм муки. Но я пока взяла 900 грамм. Я буду смотреть. Мука разная ведь. Сколько уйдет от меня. У меня, возможно, нужно будет и досыпать. Вначале вот я вилкой все это размешиваю. Так, ну и придется, наверное, досыпать. Вот это вот, что здесь, это будет ровно килограмм. Здесь я и все не просеивала. Уйдет, наверное, ровно килограмм на эту всю жидкость. Ну а здесь уже придется руками. Замешивать.
Ну, вот как раз. В общем, килограмм уходит муки. Но вы все равно вначале 900 грамм просеете. Лучше добавить. Все, я вымешиваю его. Сейчас вымешаю хорошо. И все. Сейчас займемся фаршем. У меня здесь грамм 300. Тесто я все использовать не буду. Я половину использую, половину заморожу. А вот этот фарш, здесь он уже мне, ну как сказать, поперченный и посоленный, и чеснок, и лук здесь есть. Ну вы, если хотите лука, можно сюда это добавить. Я ничего добавлять не буду. Мне нужно его разбавить, он густоватый. Я его разбавлю молоком. Буду смотреть, все выливать не буду, а буду смотреть, сколько мне надо. Молоко это должно все мясо впитать. Еще маленько добавлю. Достаточно. Вот. Еще немножко добавила. Все, сейчас размешаю до однородной массы. И будем ждать, когда подойдет наше тесто. Тесто подошло на беляши. Полная чашка. Так. Мукой стол маленечко пригнем. Тесто сюда. Вот видите? Все отошло. Рукам ничего не липнет. Так, я разделю его на две части. Эту пока отправлю в чашку. Еще разделю. Вот так. Колобочек скатаю. Ну, я эти поделю на одинаковые примерно. Так. Вот. Так, скалка у меня где? Так, вилку. Даже не вилку, а ложку.
собираем. Там видно? Вот так все собираем. Кучку. И прикатываем скалкой. А, порвала. Ничего страшного, сейчас я заделаю. Так, я буду на эту. Смажу сейчас. Чтоб не прилипало. Вот так буду складывать. Ну, что поделаешь, маленечко. Всяко бывает, порвала. Скалкой, наверное, вот так чуть-чуть. Вот. И все. Буду сюда вот складывать. Ну все, я наделала беляшиков. Поставила сковородку. Разогревается уже. Сейчас буду выпекать. Тесто у меня еще вот осталось. Может быть, я его даже в морозилку положу, не буду больше. Вот такие беляши у меня получились. Я желаю вам крепкого здоровья, счастья, успеха во всем и до новых встреч!